Друзья, сегодня 30 июля, мы находимся в нашей кофейне. Вот, и сейчас проходит здесь благовестие, вот здесь на улице. Вот, ребята поставили кофемашину прямо на улице и бесплатно кофе наливают всем желающим. Вот, и в течение вот 3-4 минут, пока это кофе готовят, соответственно, происходят беседы, дарят Евангелие и рассказывают о Христе. Вот такой проект, который проходит у нас еженедельно. И люди, и те, которые там просто прогуливаются, и те, которые рядом работают, вот, они слышат Евангелие. Вот это одна из форм благовестия.